Дорогие так. Всем приветствую, как все дела? Вы знаете, кто танки играет, что вчера вышло обновление World of Tanks, да. Если вчера хотел взять досик по этому поводу, ну, у меня вчера не было времени. Поэтому я решил взять его сегодня. Название следующего досика – тестирование обновления 9.22. Вы знаете, что советское развитие, извините, появились новые танки, как тяжелые, как ПТС и все так остальное. Вот, так сказать, вам покажу. Вот, видите, да? Ну вот танчики появились. И мне повезло, что мне хотя бы один танк дали на халяву. Обидок 257. Вот эта путаница гребаная. Я сейчас танки вчера вообще не заходил, поэтому, блин, путаюсь. Как видите, и ПТ-ху поменяли, как вы говорили, еще третьего. В свое время я не качал ее, блин. Ну, жаль. Халяву ПТ-ху получил бы. Так. Ну, что еще можно? Вот. Потом, скажем, придется ИСа опять ИСа покупать, потому что, чтобы через ИСа 3, ИСа обычно войти на ИС-М, и потом объедок новенький. Ну, прикольный, наверное. Как он все выглядит, во. Прикольный танчик, а? Нормально, какой хорошенький, а? Стоимость базовой комплектации. Так, значит, седьмой сервак, да. О, когда седьмой, заходи там, седьмой-то. До начала, наверное, на пятый. А вот ситуация. На шестых. Пятый. Шестых. Пятый. Нет, шестых. Вась, надо мне выиграть, а? Надо, что, листовки. Доставатель получить, я знаю, тебе три раза выиграть сделать. Давай, у меня только один. У меня тоже только один. Что надо сделать? Просто машины врагов повреждать. И все. А. Да, обновление выше, танчики немного тупят, как обычно, а разработчики не дорабатывают. 200, блин. 200. Масса 200. Что 200 масса? 400 метров, чтоб на 400, на 400 только. Так, а видите, вот танчик вот есть у меня, даже если я купил его, успел, чтобы не дали танка на халяву, вот этот танчик. Дали на халяву, я купил весь и успел. Он на Киви 2. Но, как вы знаете, у меня нахрен все, бабла у меня вообще нет, все 800. Блин, совершенно ничего купить не могу. Блин, обидок, вот я хочу его, ну как, Киви 2, но я пойду на 6 уровне, мне бабки нужны. О, кстати, гонами, да, да. Да я могу на тигре поехать, мне масса баллон нужна. Я сейчас буду объекта делать топовым. И придется еще и делать, блин, Т-10 топовым, а? Ты сейчас будешь сразу делать Т-10 топовым? Ты что сделаешь, мне баллон, мне баллон не хватит. Ну как тебе правая мышка? Ты вообще ел. Топ. Это идеально кинул, блин. Потому что я хочу на этом объекте, я не хочу, я хочу хотя бы достаточно его поставить. Чтобы он, блин, нормальный был, а не чтобы КД-13 с хером было. На какой хрен так и катишь, делаешь, это, блин, полный мид. Ты уже посягаешь по урону, блин. И враги таких встречались, ты уже их попасешь, потому что у них КД быстрее. Тут вообще на нем, наверное, каждые бои играют. Но Максим, целый период, а это, так сказать по-русски, и сам покупать обратно, обычно. Это на это, и КВ, ой, на хрену. И СМ. Ай, зря, блин, слушай, как мы могли помочь тебе у БД сделать, вот надо было ему. Вот ПЗ-шка на новом аккаунте, кто на новом аккаунте будет зайти? Вы когда-то ждали, там не дадут. Что? Нам дали за Т-10, как я понял, да, там? А. Жалко, что на том аккаунте не дадут. Было бы прикольно бы, а? Там 9 уровень, а? Ха-ха, вообще было бы чётко. Тут было бы, нужно было на 7-7 идти. Спецбои, я ещё спецбои ещё не закончил, да они нафиг и не нужны, в принципе. Так, давай, как-то линия дегрис, так я понял. Да, я угадал. Нанести бы потесал, но это просто, ну блин, такое туп, настолько тупое задание, что я уже его блин, больше года не могу здесь переделать, так сказать. Ну, главное вообще его, блин, получить танк наконец-таки. Ну как же я? Что там у меня? О, годится, а? Пятый уровень, говорится, пошел погулять.
Да, уходи, уходи чаще. Давай, да он в таком, его не катит после посовнивита. А у нас собралась вперед, она уходит быстро. Я же о том говорил. А не в том деле, блядь. Ты взял себе 5 еще, блядь, еб твою мать. Продолжим. Конечно, я в эту столу попаду, чем убью, блядь. На ПТ-шку только. Тимон, надо помочь. Че, это твой. Помочь, у меня нет патрона, нет. Если я патрон, блядь, все, не свой, а? У меня еще мышка тупит правая, же, реально. Там аккуратно, блядь, ВК там. Съехать так ехать уже, и ну, тупой, так сказать. Да его ВК убил, вон там. С левой стороны. Так, ёб, стыды, а? Надо же было не попасть, последний патрон. Поливай, да, блин, еще, а? Когда? Да меня тоже, блин, это ЗК, сука. Ой, Шкода, блин, откуда Шкода? Не знаю, блин, а кто заколебал, да уходи сюда нахрен. Вон, ВК как бы я долбанул, да, вот Шкода, честно. На КВС-5 вообще надо подарить, но это я должен там помыть, хотя там нет. Да почему у меня мышка правая тупо средняя? Как так? Да, вот почему, ну, я люблю, чтобы зажимать, вот это. Я люблю зажимать мышку. А не чтоб она была, блин, не сажаться. Когда ты так смотришь, а? Я знаю, я с прицел вообще не вот не берет, ни хрена. Все, ХД сколько у него это. Какая у него кошка? Как ты ему? Сейчас прицел выйдет. Чек на где? Попал так неожиданно, а? Тоже? Ты вы теперь сзади аж, блядь. Да, у меня 3 патрона. Ну я что, на него ехать, что ли? Да. Куда еще, знаешь, базу оставишь, чтобы убили. Ты наш, он убил. Ладно, все, ухожу я. Главное убить, блядь, вообще 3-6-7, а таких, блядь, тварей. У него пушка топ. Все, нормально. И главная победа, а? Это победа, тоже, что тут понимаешь. Да, блядь, это верно. Я нормально сыграл. Еще 300. Если бы не тупил, я бы еще больше набил. Для этого танка вообще говно, если честно. 700. Знаешь, блядь, на если бы первый, блядь, попасть в топ или набить себе 800, блядь, 500, это то, что еще имбас, ты скажешь? У него уже пушка под барабан не снимает. О, 75. Это я вижу, 75, блин, ну блин, давай. Блин, ну ты без, да, реально, без автоприцелов, просто, блин. Пандейший, мандей, все, это давай меня бросит. Сука, он меня спит, бьет, блин. А что же не я его убью? Именно если наша АК попала, молодец. Сука, наводчика не успел починить. Хотя чиню, рожевал 2. 6-2. Меня набил только 800. О, победа. Нанесенная урон. Без снабжения. Мне еще чуть-чуть надо. 400. По урону, что ли? Да. Да, он тут играл. Режим боя, я нихера не играл. Чтоб получить без отбасывателя. Отсыватель. Без только 3 нужно, или 52 получил отсыватель. У меня 0, у меня только 1. Вот. Нужно 2 или 3 листовки и достаточно больше получить. Сейчас обновление техники идет. На этих баннерах? Подожди, обновление техники идет. А? Обновление техники идет, блядь, тупит. Не как обычно. Мышка тупой еще. Ну не знаю, на кик был, на 60%. Вообще походу у меня вылетело. Да, сука, ну как обычно, это не вовремя всегда, блядь, а танк чуть случается. Что вылетело?
А мне тупит и обновляет, но линия ни хрена не обновляет, это убало вообще. Вот меня клинит, это херня танковая. Так и мышка это, блядь, тоже. А, у меня он стоп. А, держок. Обновление и техники, блядь, ты серьезно, а? Надо движок потом. Боже упаси, да хватит уже, вылети нахрен, а? Не, еще один вылети. Это вылети. Объекта 705, это девятка, это не прям танк сейчас. Вылети. Это на ИС М, да. 97 я говорю прям танка. Ой, с этого уровня. Сука, ну видите, что тупит, прям вообще капец просто. Да, и сама надо будет все-таки кончать. Да ну блин, ну нахрен, а. Как это две десятки идет, а потом на десятку. А, это так идет. Там больше два. Танки тупят, приходится их закрывать, блин. Подожди, пока я. Мне надо будет еще покупать. Тогда вы бесите в танках херня, да, серьезно. СУ-100 покупать, чтобы идти на ту ПТ-ху. Да на какой СУ-100? Не спешу, блин, идти на ту ПТ-ху. Я же Федю хочу купить. Сначала у меня же цель Федя. Сначала цель у меня Федя купить. Все, за что танки, блин. Да, вылетел это. Я вышел с там, потому что, блядь, одна техника и ни хрена не выходит, да? На видео что-то будешь говорить? Нет, почему? Вся хрена, блин. Все бывает, игрых танки тупит, а? Угу. Не вовремя, как обычно. Что удалять-то? Че на каких? Как еще не зашел, блядь, даже ваш какие. Сейчас посмотрим, что я могу поставить танку этому, а? Блядь, сколько мне боев наставались на первом боссе, чтобы штука была? Один. Где? Че, да, я тебе сам не знаю, конечно. Да скачу же ноль. Два, да. Да, у меня это давно на пешу уже хрень сколько. Штучка была. Сейчас, подожди, я посмотрю, что там у меня. Ну давай, давай, давай. На червичеля, у меня экипаж по 60%. Где я? Во. Во, еще какой-то еще прикольный даленький, а. Он как у него колбас, как у D10, а. Никак его с третьего, а башни как у с третьего, да, это тут я согласен. Пушка, кстати говоря, от сотрителя стоит. 280 пушка стоит. Ну я поставлю. Башня 62, ну-ка башня как меняется. Опа! Какая башенка становится? У меня вообще бабла нет. А у меня опять. Грузоподъемность. А, вообще, гусеницы не исследованы. У тебя не исследованы? Да. Это если не исследовал гусеницы. Ничего. Вот и что получается. У меня исследованы. Это если гусеницы не исследованы. Что будет? Света вертикали наводки при повороте башни. Сильнее привод наводки. Один доставатель. Да, с КВ-4 сниму, и все на нем не играет. Ни хрена, экипаж с него сниму. Надо будет одену. Ну блин, какой нам танк дает? Она будет сразу качать, ну ты 10 должен качать будем или дадут нам его? Что есть 7-то, блин, сразу как бы хоп. Что есть 7? Не знаю я. Сейчас я. Не знаю, дадут нам сразу там десятку вот эту вот новую, которая открывается с Т10. Вместо Т10. Потому что опыт не идет как бы на Т10, понял, короче. Они идет. Тут это только на экипаж идет. Я сразу по этому. Сейчас я усиление вентиляции поставлю. Экипаж. ДС, усиление привода водки. Пока. И досыватель. Пока у меня экипаж вообще конченый, да? У меня вообще экипаж. 4 человека на нем. Обучение. Так, раз. Два. Три. Четыре. Так, 1002. Шесть. Чел какой-то есть твой станк. Командир. Понял? Есть 6 чел. Чувачек. Ай, мужик, блин, ты баба, а. Посмотри, Вася. Да я экипаж смотрю, а экипажа ничего нет. Я тоже, похоже, переобучил на Т-10 даже. Да, похоже, по себе экипажа и там нет. Я взял с Т-29, возьми, Вася. Я с Т-29 взял. Его уже продал. Т-29? Т-29, третий уровень. А-а-а. Да, только там заряжающего нет. О,
Ладно. Тогда здесь, с этим. Я понял, что тебе. Может, мне здесь кого 4? А, там же 4 человека нужно. Да возьми тогда сидеть, все. Я тоже на нем играю. У меня первый уже есть. Как бы у меня экипаж. Пошли школы бы другого. Возьми какой-то, где там есть прокачан. Ну, 29. Возьми. С чего еще, да, с чего еще брать? Это ТВ я качаю. Черчилль. А с Черчилля не. И что себе, пойду на снимать из себя. Ну, так же идет, на. И ссылки там вообще конченый экипаж. Сара, ты можешь снять, или маскировка будет на нем, это бред. Если ты один, что ли, снимать? Если ты один, блядь, экипаж слишком жесткий, а? Чё? Если ты один, блядь, экипаж слишком жесткий, а? Тем более, если ты один, блядь, 1, 2, 3, 5 человек, блин. Из 4. 4 человека 84-го, а? Блин, вот прошу, спасибо, бейдак какой-то хочешь там. Дома разберемся, где этот бейдак? Без гусеницы я не могу пушку поставить. Не знаю, давай на 6-х, на 6-х. А нет, пушку поставил без гусениц. Башня не ставится. Башня поставилась. А, движок, вот, движок там ставится. Движок не ставится. Да. Сейчас я продам пушку на коне, сейчас только пушка нужна. Хоть бы бота нужно, то 400 осталось. И кона не 25-х, что ли? Сейчас. Башня-то ставится. На двигу не ставить, да. Недостаточно грузоподъемность, потому что смысла мне это нас ее делать. Присочная гусеница нем. Я же не качал на этом гусенице вообще. Нафига? Че, почему ты не качал? Потому что я не знаю. Ну, когда времена были такие. А, что ты на велосипед берешь, да? Надо только мне за труда будет играть на велосипед. Качал. Смышь колес. Б, на КС мне пару штук. Сейчас не могу КС ставить, ПВО нет. Фугасы поставлю. Если ПВО нет, чтобы КС ставить. Перевозки 5 ты взял, да? Ну, вот и 7 взять, мне ПВО нужно. Где перевозки 5 вообще? Сколько вы? Ладно, бери. Более еще экипаж надо. Я не знаю, какой экипаж снимать. СТ-1 бы, там у меня 5 человек. Какой смысл мне снимать? И 4 человека, блин. Блин, вышел на линии. С той стороны хорошо, танки новые появились, это прикольно, советские. Но с другой стороны, блин, мандец просто. О, ну же здесь уже есть ИСМ. Он походу опыт перевел, не мог, либо у него ИСА заранее купил. Я купил, либо опыт перевел, одно из двух. Хочет просто пока он нормальный еще и поиграть на нем. Потом закачаем все, его уже испортят. У него сколько хп вообще? У него, наверное, СССР сразу такая была опыта и все. У него хп 1500, как у третьего. Так у всех. Т, Космолония и СССР. Ну да, у них у всех по 1500. У КВ4, короче, 1600. Так ладно, куда мы едем? 1900 хп. Я не знаю, куда ехать, налево, направо. Направо, если на 1900 хп. Сейчас и софт фига разведется обычных, да? Направо. Направо, она стоит. Я говорю, у него 1900 хп. Кого? Объект 1500. А, вот здесь 1800. Так, ну что, как вы стоите 1900? Для тебя 6-1 будет идти. А у меня он почти топовый движок. У нас танчик вообще в топке, надо сказать, что. Когда на велосипед не меняется, 2.48, все. 2.53. Нет. Я на 2.40, да, конечно. Да. А, у меня еще нет, не до конца. Рубаста меня тащит. Ну. А мы же туда тебе еще 2.53, тебе все на 5 секунд меньше сделают. Блин, как их можно, а? Как обычно. Да вот у меня... У меня лампочка есть, как бы, если пока не светит. Я знаю, тупо лампочка работает вообще, да? Она работает, так сказать, поконченными по-тупому. Вагон зовем. Бабах! Спецэффекты. Ладно, бабу не будем тратить просто таком же силу. Сейчас коплю бабу, говорится, еще, просто хочу в топом. Это все продам. Да нет у меня ни хрена, блин.
Я когда буду Федю покупать, я продам 7-го. Отошлись, Федя у меня, где в 3 месяца. Если бы я продал кабель, еще купил АТ-7 у меня, блин. А это, блин, так что че, у меня вот там как-то накачать. Это 10 еще придется топовым делать, пусть он будет качать на 10 уровне. Я 10 вообще не играл. Я не думаю, что надо будет качать, если ты 10. Там пишет, скоро новый танк появится после. Ну либо от надо будет качать. 10 уровень. Дело теперь стоит в таких местах, что не попадешь. Это 4 все 5 попал по башне платье. Во-во-во-во-во-во. А ты, сука, ну, что ж ты за мразь, а? А, да, штамп стоишь. Я думаю, лучше поедем поможем. Я тебя вообще никого не вижу, а? Я же говорю, давай поедем поможем. Поможем. Мы так не поможем все, что, блин, иногда же по-умному ехать, а? Становишься мышкой, блин, помочь тоже могу. Мы и сухо где у них, она? По идее, она... И своим вообще не помогают, да? Лёва, вон, их уже выбирают, видишь, СКМ. И своим уже в ангар ушёл. Вот это 4-5, сука. Уйдет. Не уйдет от тебя. Уже. Вон со 100. Со 100 мы должны. 95 еще тварь. 25. Я уже брюху хочу подавать. Он и дал мне 2 раза. Вон, я 25, 2 штуки. Еще и ПТ. Со 100 все блюдо, а? Какая именно не 25? Ну да. Уходи назад туда. Я не знаю, куда ехать, блин. Да блин, Е25 та шортная тоже. СУ-100 шортная. Как ты ж? Нам как-то ехать их убивать. Он должен. Бульдог поехал. Да, и помогай, я их убью, попытаюсь. СУ-100 это. А, сука, бульдог, что ты творишь? Ой, сука. Ой, вангар, уйду я. А нет. Москва, там вся. Бабуа. Да я вас опять меня убила. Уходи отсюда нахрен. Ты что, 300 успел набить? 1200. Может, я тарана пошел на ту потеху. А меня и 25 убьет, да. Я с ним пишу, что убить. А это не 7. Это там сейчас слился, блин, не 7. Что-то вообще очень какие-то. Ладно, я на базу. Да просто поднял на базу. Куда я знал, что Исуха появится, а? Может, на базе было. А, блядь, я всегда знал, что Исуха будет. Я, блядь, вдвоем появился, сейчас убьем, спугал, помою эту тварь, блядь, потом пойду. Это убьем. Я же тебе сказал, что оно там будет. Да, блядь, я вообще на какую-то я знал, эту крепную ПТ-ху, а? Ой, я помогу, меня тоже сольёт дебил. Кто помогу, если багов стоять и да убить? Не, блин, Лёва убить не могут, там басили со сутлапу, а? Сука, скажите, он выйди, убей, всё, сколько у Лёва только? Лёва полный. А, ну, значит, понятно. Скажите, он шотный. Ну, всё понятно, ИС, что там? А? ИС, да ИС ничего побить не может Лёва. Ну, сколько я так? Ну, большая часть пока что, это недолго. Как говорят, что он Лёва вообще побить не может. Побил. И Скорпион, а Скорпион убежал. Предал команду, он сбежал. А из придурок лезет, а? Что ж тебе, блядь, не имется, уходи. Не лезь, Исон, ты придурок. И дальше, сука, лезет. Он поехал, это Лёва еще. Ух ты, боже мой. Гамбит еще как свой, блядь, время стреляет. Это придурок, а? Вот на ИСе вас драки никогда не делайте, вот он тупой. То есть просили же, сука, не делайте так. Он сейчас Лёва, он же, я с ним пей было, что он его убьет.
Сука, БТ-ха как может старается. Скорпион, дебил. Тупорывый, раз. Боже упаси, не Скорпион, блядь, сука, придурок. О, ты смотришь, куда, блядь, придурок. Помог, блядь, убил бы Лёву, убили бы, а? Ну, типа, думаешь, что я сука. В общем, Скайп у нас просто до нас упоя. И как в свой боевый случай попасть не может. Боже упаси. Сейчас его велосипед солью. Боже упаси, вот Скорпион просто чистый придурок, вы понимаете? ПТХ это шотная, бля. Понятно, я его сделал шотная. Да не ел 5, а вон та, который его 3-4 убила. Сука, я ел 5 убила. Скайп, такое дно, блин, а? Что есть ИМ, блин, что ли Скорпион? А ИСМ еще ладно, может его обкрутили, это поэта убили. А Скорпион, блин, сука, такое тупое, а. Ну просто такой дегенерат, а. Вот помочь, блин, убить Лёву, блин. Сейчас, блин, потом бы они приехали бы, блин, хотят все сняли, а. ЦПД хотели рядом, а. Ой, что сказать, тупая команда. Ну, Лёва, да не лезь ты уже никуда. Не надо, не надо. Ой, папа. Зачем? Там ПТХ это будет, на хрен тебя убьёт. А чё делать? Чё делать, блядь? Тупо стой, на хрен тебя, блядь, пускай базу возьмут. Ну, хочешь, тебе это надо вообще? А и чё ты будешь умять? А ведь тупости, ради тупых команд. Чё команды имеют ещё смысл, блядь, сливаться, я не вижу. Ну да, там одна. Все, нахрен она сливается, блядь. Я этих убил, не сливался. Блядь, что он всех не убьешь, тебя Лёва просто. Лёва тем более. А тебе любой. Любого здесь тебя убьет. Судя говоря, с одного удара. Если прям полный был бы еще там. Ну и слуха все равно меня убил бы. Да, естественно, блядь. Если не убьет, то подожгла бы. Как писание, в боях сработал бы. Ну, 22 тысячи в плюсе всего там 15 у меня серьезно. Я все раз это попал. Значит, все марки в количество наших. Так, серый не в сети. Я 2 штук в плюс. Лёва у них 3К накидал, 4 убил. Остальные стены. Сэм вообще ничего не сделал, походу, как я понял, да? Это что минус, как у тебя, блин, нету ни хрена этого, а? Экипаж сейчас эту танку поставлю, а? Только откуда побрать? 52 у меня есть. У меня... Ну, для меня мужик 52. Почувствуй. Командир. Ближайший. Нет, все, и нету больше. Медаль Амбарам со второй степени у меня будет. Ой, будет первая. Еще 49 осталось. Фаника, сделаем так. Сейчас я... перемешку сделаю. На чем я думаю? Сейчас. А, с мужики с бабами не работают же. А, попробуем сделать так. Сейчас. Сюда это бредово получается, но все же лучше. Сейчас. Лампочку, конечно. Ага. А. Боевое место. Что здесь качать-то? Сейчас, ремонт заряжающий, тоже ремонт. Прошу прощения, что все это 10 экипаж стоит. Тяжелый, 200. Столько сыв потратить ради экипажа, ну да. Да.
Да. Сейчас. Очень немного, хотя бы более-менее о нем сделать. Экипаж они вообще не взяли, но... Че, на чем поедет-то? Не знаю. Слава богам. Побыло немного, пришлось покаять. Так, бери, что там берешь, и погнали. Надо же копить. Вот это чудище. Сейчас. Ой, два листа, надо четыре листа. Вот. Тут три надо совать, а надо четыре. На этом, блин, а ты вообще даешь. На чем еще? Да бери. Возьми это папу по пилота. На пилоте, в принципе, пешим все обойдем. Как это будет, если будет с тобой играть на пеше? Чего пеше? Если бы этот конченый танк свой, а вот это. Дерят. Хорошо, что пеше не делал. Какая тупая, убогая карта. Чего я карту вообще ненавижу? Она такая убогая, блин, а? Что, направо на город? Конечно, налево, блин. Ну, на город, короче. Да, конечно, блин. Ты еще делаешь посередине ехать, блин. И сын ниже, чем из 3. Ну еще равно из 3, мне кажется, будет лучше, чем из 3. Да, из 3 лучше. Но, по, ну не знаю, из 3 просто привыкли играть. Хорошо. Ну, из 3 быстрее будет. М, ну, не знаем, куда еще прошить пока что. Я видел, что это. У меня, знаешь, вот это моя 7-я ПД-шка, топ, ну, прям топовая пушка, вот эта, Германия, Шлёт вниз просто, как это голубой. Ну пробитие 249, конечно. Блин, кажется, сравниваешь, блин. Просто шьёт, я такой уворачиваюсь, равно шьёт. Блин, на голубой. 349 пробитие пробьёт, блин. И ты всегда пешешь 191 пробитие, пробиваю, блин. И всегда на шью, блин, ты всё удивляешься, блин. Да если шестом, блин, ты можешь и пробить, блин, с этим пробитием. Знаешь, у меня окрасочка. Да. У тебя цветы я вижу, нормально покрашены, а у меня они шишаницы нет. Если бабла не чтобы красить. А я танки как-то не хочу красить за золото, я теперь первый покрасил, потому что я не нравится ним играть. На пилоте я редко играю, на кучу от меня на него залокает. Он там неплохой, но блин, 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 ладно, я. У него 99, ой, 9, и 1000 вот эти. Надо будет флот только купить, блин. Давай. Че? 1000 боев погнал, надо будет купить что-то. Все, вообще, нет, не едь, если тебе дать плюху облегченка. Да хуйнуй! Знаешь, меня не видел. Ну, пусть успеешь поедешь сейчас на всей дыре, а так и забегаю, конись. Красавец. У меня лапочки не дышат, 96%, 96%. Я, наверное, все-таки, потому что поменяю объект, а то у меня какой-то каша, а еще какой-то каша, блядь, у меня на нем, серьезно. А не экипаж. Сейчас тут 10 придется экипаж ставить, потому что объект только дали, на кого не его подавать. Центр. Себя сюда пеш медленнее, хер ли ему сюда ехать. Хотя я сюда пеш сюда приехал бы. Там не спойтая все на базе почти. Да, там никого нет. Никого нет, сейчас вот увидишь. Вон, да, выйдешь. Ну, если этот тайп просто тупо проехал. Топечки только тут стоят. Ну там. Да. А что ладно еще, блин? Еще вот что так. Вот это так патнивает. Еще вот это вот ты стоял. Я бы купил бы, вот это вообще был. Вот это я еще понимал бы твое нытье. Какой там? Да вот этот вот. И вот, блин. Я хотел бы дать нормально смотреть, но блин, я бы не... Иди нахрен! Я бы его не покупал. Они шутся нахрен, блин, на тапку не наступают. Иди нахрен! Как обычно. Это любовный сволочь такой, а? Блин, а? Что-то вечно. Тебя ты 30, блин, что-то тапы ты их, блин, хоть и не пробьешь ни хрена слепушка, а? Что-то значит, ты что-то какой-то китайский не побивал, вот это говно, а? Верх, я же говорю еще, что ПТ. Да я больше не поставил. Вот, давай. Конечно, надо бронить. Надо убить ее, все, я убиваю. Ты же по ней. По
пробил. Наручник запоставил. Так я выстрелил, потому что. Ладно, пушить, потому что мы не важно, что убил, потому что мы убили ее. Там вообще мы вылезем с одним. Либо ты дал 217, я добил просто. Нет, у нее было 213 хп. Ну сколько-то там? Я на гусенице ей попал. Там написано было, вы победили гусеницу. А теперь свет давайте, чтобы. Одну пушку пострили, это мало. И шакала стояла, я просто гусеница поставила, она не успела. Она же починила в первый раз. Да, я вон туда чуть крючок попал и... Выше, блин, сука, не видно никого, ну все так. Да, не видно, там были жесткие потехи. Ого, он чьюся уже. Вы его кого обтолбали уже, а? Чем хармина выкачать, а? 65-го. Который сейчас сливается с одним хп. Блин, что делать, иди постоим туда. Либо вот тут вот отсюда вот здесь. Вот отсюда вот. Сюда вперед, да, они выехали. Здесь какая миссия вот. Или нет, не знаю. А ты как ты пытаешься, мы убогие, а? На подсветом главное, мы должны как-то от башни, не знаю. А, так, ты издеваешься, мы так вообще ничего не там ковит. Вот. По гусенице опять. Попал. Я вычеркнул гусляк сегодня. Ой-ой. Я сегодня гуслю просто, а? Я гусь на скальпе так. По все все-таки же работает так. Все, в нем скальпе. Там кто-то еще есть. Т-30. Там еще ИСМ, Т-30, Т-4. По центру первых шли. Первых А, здесь мы уже просто не видим. Мы еще шаг уже не сделаем. Вот тебе СМ. Т-34. Вообще как-то не видно его. Не, не пробьет. Даже в башню его не пробьешь. Вон, спер-пешу что ли убить надо, а? Да, поехали на него. Только, Вася, ну ща, давай вместе едем, чтобы это ничего такого не было. Блин, тает. Ты чего, Вася? А так, пойду, дурак, что сказать? Они все шурные, ну как бы. Ладно, все, я жду тебя, я давай, едь. Надо и объедка, но объедка мы как бы убьем. Все, пешка вон тоже. Видишь ты, точно, я могу вот тебя рассчитывать. Быстро надо вниз спускайся и пеша отдай. Надо скрипнуть. Сука, я же говорю, блядь, быстрее. Понятно, что это полили, а. Давай, супер пеша, блядь, красиво. Это меня затупило. Ага. Ну. Нет, ну убивай его, сука. Да, нормально. Заебись, блядь. Так быстро активно работаешь. Что, я, блядь? Ага. Что причем веселость, если столицы убил, а? Ты его мог убить. Пока у меня движок не сломался, я быка не повредил. Я уже сзади сука, уже дал. Даже не побиваю, блядь, ни хрена. Сзади уже дал. Ну все, это блин. Там все, менять на себя, все. Сука, убогая команда. Как, блядь, мы здесь тупануло, блядь. Хоть тебе здесь помогать, блядь, а? Смысл, блядь, если тебя и так убили бы, все равно разницы нет, а? Че, там, мы поехали бы на этого, блядь. А убили бы тебя бы все равно. Тебе просто надо было быть быстро валить, а не, блядь, всех чего стоять какого-то хрена. Чего я стою, я объезжал. Вот и твой объезд, и я кого не взял. Почему? Ты что, ты долго сидел? Чего, если блин? Ты появился за выпершим, чего бы там не было. Ага, на ходу, да? Я ж побью его. Он-то боком уже стоял. И чё на какой? Отстаивай. Вообще нет, чтобы так играть на какой-нибудь на танке. Ну, поэтому я не говорю, тупая команда, блин, тупая. Как вы хоть обновить, они пожизненные такие, в принципе, играют. Они все мужики, да? И, походу, экипаж у нас был полноценный, надо с 7-го лучше зайти, да. Потому что иначе это будет болезнь какой-то, честно, пионерская. Объект, да. Вот, все. Вот теперь у меня полноценный экипаж на нем, а?
А вот на Т10, блин, тут я не знаю. У меня пока не... Пока Т10 просто постоит. Смысл? Пока танк не появился. Скоро. Скоро будет. Ну нет, ничего. 20 тысяч, блин, вообще нахрен. Поэтому я его люблю на пешей играть. Я вообще на плюсе где-то. На это место мы еще... Мы ищем тяжелый танк, который... особенности игры на предыдущих машинах, пока он... Понятно, еще не скоро выйдет, так что говоря. Внешний вид, ну-ка. Ничего не найдя. Не знаю, что там, подожди, готовые эмблемы. Ну-ка, эй. Так что? Эмблемы. Специальные. Во. Ну, что там? Специальные еще поставлю на него. Туалет врагов of Tanks. А там на них погоним. Я видел, а что ты там сидишь? Я уже кому тебя жду. Опять тебе. Да все, никакая, никакая, все. А кто его разливает, бичом, блин, заколебал. Задолбал. Люблю я баланс. Обожаю баланс, просто мне очень нравится. 97-й это средний танк, блин. Это тяжелый танк, а тяжелый. Видишь, уже выкачали, блин, быстро. Как-то никаким нахером выкачали, да? За опыт уже есть, да. Да не только по опыту, максимум только есть по голову, они взяли опыт перевели свободный. И все. И купили. О, одного! Одного вообще потеха. Как это легко. Да, тоже было, понятно. Еще куда ехать, блин? Налево. А ты что здесь налево? Я туда лево, блин, толкал кабу. Направо, а что там? А видишь налево? Я направо, потому что не то и лево, бессмысленно, блин. Что там есть лево, это лево? Направо, блин. Как можно фабрик, как блин, просто на голде играть? Ну как? Спрашивается, как, блин, фабрик, когда придется на голде играть? На объекте 257 поехать, да. У меня экипаж в нем. Вот какой здесь экипаж вообще? У меня нулевый. 29-11. Уже спалили. Да и меня уже тоже спалили. 11%. Да, вот у него я поставил экипаж, блин. На себе пеши городские карты, на них нормальные карты. Вот такие карты, блин, ты медленный. Пока ты даешь до позиции, у тебя просто уже все. Ого. Ага. Там несело идет, да. Тяжелые танки, блин. Ну как я буду побивать эти, блядь, 200? Кто иметь, а? Примерно. Да, у меня так. Что там у тебя? У тебя прям хак открыли, ты можешь бабы спокойно пробить. У тебя, блядь, дороже. Давай, битая 190. У тебя 101. Все равно больше же. А, ну? Из 3. Максим, да? А, еще 8 КПТшка. Просто, по 400. Просто не лезь. Что, мне еще на танке я буду играть, качаться на ВК, вся тройка, на него идти я дальше буду. Они уже обдолбали. Ой, блин, ну что здесь делать, ну я серьезно, а? Ну уж понимаешь, что мы убили, а вот дальше как понять. Тигра, вы будете бить, вы задолбанули бы.
Thank you.
пролитие. Уничтожен.
воды было, блин, ничего не заливал. А кто-то залил муку? Нет, что ли, опять? Вот так вот, видите, блин, команда вообще нормальная была. Выиграли сухой, но, блин, еще тупит танки, заколебали вот тупить. После обновления, блин, всегда какая-то херня, никогда, блядь, нормально не бывает, а. О, чем они ей бесит те обновления, а. Танк-то неплохой, 957-й. Нормальный, ну, команда, ну, блин. Ясно. Танки просто задолбали уже топить, да. Обновление техники, бля, ты, блин, бесишь, может быть. Что раз такая херня? Да. Ты его берешь, да? Сейчас у меня отважает. Вот, сейчас. Лапочку ставь. Поставил уже? Поехали. Ты, блин, меньше в телефоне, больше, блин, там, у тебя будет, блин, нормально, ладно. Без ничего не затошит, блин, как ты. Нормальное кино, нормально. И серьезно, нормальное кино. Так, а наши танки, блин, не бесим его танки, я не могу его побивать. Писанист, то, ты? Тупые, то они как компания сейчас говорит. Я вообще соска маленькая. Смотришь этого, блядь, свинью гигантскую, а? Блядь, куда ей? Направо поехать, что ли, а? Ты пеш, да, я направо. А здесь везде это Т. А нет, а, они, да, они больше здесь ПТ. Тут я, Максим. Пиши, что так. У них только, блин, есть кашки. У нас вообще есть кашки. Ну, у нас такая облегченка, блин. Ну, две тоже. Налево поехали. Ну, скажем, да, фига мы идем. Вот этот танчик я иду, вот на него, с ПК на него буду ходить. Так, блядь, иди на. О, 11, 98. Сколько я, блядь? 13, 58. Ну, вот видишь, что с каждым боями, с обычной маленькой понижается. Да. О, уже поехала. Ничего, блин, у них ипотека, а. Эля, сука, вот эля, ипотеки бронированные, этот нижний бронелист, а? Скажите, если 48 уже там, да? О, да, я как не успели, уже свет. Не весь там. А, у него, в общем, он сколько, без башни один. Не лезь, потому что потягать ты не пробьешь ее. Тоже вижу. Куда ее шить? Куда ее вышить, если она не шьется, а? Черта, блин. А, все, можно уже, мне кажется. Часть 7 по мне. По кому же, блядь? Ну по кому? Ну по кому? Только я, то один, то шот, вот эти питы, вот эти тут стоят, а вот эти вообще на базе делаю. Сука, не побиваю, блин, не шью я никого, а. А это потеха, блин, кантонская, уж вообще не делаю. Эти вообще на базе объезд, два танка. А, ну вот, он меня видит. Просто, что я съел. Давай, я поджог ее. А еще. Да, у меня какая-то проволока, знаете. Да убей, зайди, придурок, ты ее в задницу, а? Нахер, с вами игра. Где один? Прикрыть не можешь. Где один поиграй, а? Да после тебя не просил, блядь, ехать вперед, блядь, какого хера ты, блядь, это сделал? Виноват в ситуации, блядь, никто. Если кого там нравится, он назвался, ты просто вал, блядь. Так, если зайди, а? Сука, сзади, туда ты пешки идти, хер, блядь, да. Тоже не может играть, а? Сука, а? Не даже нахрен такие бои, а?
Фу, блин, как меня бесит эта команда, блин, а? Тут. А все, блин, закрой там и больше не открывай, а? Хватит уже, а? И подавляйся ей бесконечно пускание ее. Все, она пешая, ее захватит с меня. Ты сливов уже. Один поиграет, да и все. Все, вообще молодец, раньше все не заходил. Крутые все равно меня пешил в жопу кинула. А меня, конечно, приятно. Вась, ты против меня. У тебя каждая, я знаю, какая фьорда. Сука. Уже сука. Хома, 1998. Сука, первый раз против бата попался. Лучше бы я подождал бы, не нажимал бы. Один на миллион шанс бывает такой херни. Сукин сын. Его прикольно покажено. Да, блин, зашибись, конечно, мне нравится такое, не уважаю это. Что мне достали тут вещи? Третий, ты типа тещи уже новый. Ну, блин, сука, ты едешь, чтобы ты не стоишь, а? Ну давай, уезжай, тупой ты придурок. А что, кого-то из нас будет победа? Да. Кто так, да? Пошел у тебя вон. На хвост. Тупые, ты знаешь, что будет куда не надо и... А у нас, блин, то же самое, так что, блин, что говорить? Да, блин. Понял, Эллен, ну как бы подождать. Так не кидал, блин. Да куда он, подожди, вот вот тупая, блядь, видишь, что не подъехали, а? Так 3-4. 3-4 тупое животное, а? Лёва. ПТшечка. Девяностик, все, я слился. Ты еще не слился, у тебя еще 700 хп. Сука, я ж такой медленный, сука, пеш, блядь, уже 2 минуты еду, а? 2 минуты я еду, блядь, ты... Ты куда едешь, все равно? Коридор серьезно. Не, Вась, просто я рикошет воры сделал. Рикошет воры сделал. А вот эти вот, а он может мне помочь как-то, но он пешка пойдет. Нормально, нормально, у них. Не, сука, я не вылазил, сам выйдешь. Тупо меня прошивает какая-то вора. Какие-то дауны. А я их не... Сколько бы вы выиграли? У нас что-то двигание на месте тупо рашанул бы все, потому что у нас само ПТшки дауны, если я так там. Я рашанул бы, блядь. А у вас и сухо, и все, меня вынес. Ну, вынесут уже. Понятно, он говорит, я тут сижу. Рашанул, блядь, это ты тыришь меня, Рашанул, я же знаю, что вот она нормально все. Ну идите ты, нахер! Что вы тут стоите? Ну что? Вы тут стоите? А? Что вы тут стали? Да мы все препобедами, что ты ноешь, а? Все ты, блядь, ноешь, а? Да магом штука, блядь. Да ты похер, победа не ноешь, а? Только с такого бога команды, блядь, ты еще, блядь, ты еще ноешь, блядь, что-то не пойму тебя, серьезно. Ну хоть не пить. ПТшки, ну такие дауны. Борщ ты даун, блядь. А тебе будет спалить где? Борщ стоит на S4. Они два дауна, две ПТшки. Уезжает на базу. Замечательно, если так мне уже все остановит, блядь.
Ну не, если я вас в твоей попадаться, потому что мне занять их надо. Сегодня просто не прет, не прет сегодня. За это я лайк ставлю. Обычно видом там дизлайк. Просто конкретно дизлайк, это что в бога игре. Сука, да давай быстрее ты едь, он дегенерат, ты тупой, а. Ты же не достался, ты отпишешь его скорость, я. Вот войди, вот. Шеф, то есть ты хочешь сказать, что ты тоже, да, кто-то виноват в этом? Да, я не успел все прибрать, что приехал. Всегда перебирай, ведь не обычно, а просто не успеваешь, а не просто для быстрее, чем их перебирать. Ты посмотри, что у них здесь происходит. Вот это вот любое секунду. Это дегенерат, а? Команда 13, сука. Во-первых, смотри на цвет. Раз. Ты же здесь. Я тебе не говорю о личности, вы, наверное, вообще не понимаете, у тебя пор бестолковый, с ним разговаривать не хочу. Нет, это соки, просто потом при разморозке фарш вообще, как правило, уже нельзя использовать. Нормальные люди, по крайней мере, его не используют. Ты не боишься, что после нашей программы вас сожгут? Вы сразу первый не согласен. Я сейчас не хочу с тобой, на этом месте, отметиться, смотри, чтобы мы не время поговорим. Если ты даже, то у меня даже разговаривать с тобой не будет, чем я с тобой разговариваю. Ты слушай, это амбиции до хера, говных дает. Послушай, когда я лучше вспомнил. Нет, сука, я сорвя, просто утоплюсь, я не хочу играть. Перш, слева. Ого! Нормальная, нормальная. Даже, сука, утопиться не дают. Даже утопиться не дают. Или утопиться можно. Пиццу ты успеешь. Какой ресторан? Да, ты долго. Не успею я купиться. Да, успел, блядь. Сука, какая команда, а? Да, он просто солил, а? Что ты, тебя есть победа, блядь? Что ты ноешь, блядь? Я не пойму этого, а? Я хочу что-нибудь устраивать, блядь. Победа, блядь, ноет, сэвист ноет, блядь, а? Ну, потому что, блин, демага ноет. Чё, блядь, потому что, блядь, тебя все тупо слили, а? Коллективная критика во всём. Ты ужасно грязная. Сука, блядь. Давайте мы завтра, да, то есть с вами посмотрим, на что отреагируют серьезно.